Группа американских официальных лиц в воскресенье прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщила Washington Post. По данным газеты, подготовительную работу возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Адвокат президента Трампа Руди Джулиани заявил, что президент хочет узнать детали секретной информации о расследовании ФБР, касающегося российского вмешательства в ход выборов, прежде чем принять решение о разговоре со спецпрокурором Мюллером. Джулиани хотел бы получить информацию об использовании правительственного информатора, контактировавшего с сотрудниками предвыборного штаба Трампа с целью собрать информацию об усилиях России по оказанию влияния на выборы. Американский астронавт Алан Бин, четвертый человек, ступивший на поверхность Луны, а позднее запечатлевший высадку на Луну на своих картинах, скончался в субботу в Хьюстоне, штат Техас, в возрасте 86 лет. Бин был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-12», второй экспедиции, опустившейся на поверхность Луны в ноябре 1969 года.